Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев обсудил проведение праздника Пасхи с митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой. К сожалению, коронавирус разрушил множество планов, в том числе и пасхальные. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев отметил. И у церкви, и органов власти две задачи. С одной стороны, не допустить скопления народа, что категорически запрещено во время пандемии. С другой, сделать так, чтобы верующие не остались без атрибутов праздника – освященных куличей и пасхальных яиц. Как-то нам с вами вместе обратиться бы к верующим, чтобы они воздержались и молились максимально дома, а мы бы вместе с нашими волонтерами, которые сейчас очень активно работают, это и наш республиканский волонтерский центр, это несколько сот человек уже работают, и ваши православные волонтеры, может быть, донесли бы людям верующим вот эти святыни. Церковь с пониманием относится к ограничениям, которые диктует эпидемиологическая обстановка. Предложение Олега Николаева, митрополит Варнава, встретил с одобрением. Это очень хорошее предложение. Как нам выполнить, а это и полностью поддерживаем, потому что сейчас ограничены все, и люди не могут выходить, попасть, у нас такой вирус, такая болезнь, что и правильно делают они, что поддержаться надо, не носить, если что-то у них заболело, надо сидеть дома.